Ну что, любимый, ты уже на месте? Ты в мастерской? Да, дорогая. Только зашел в его кабинет. Отлично. А ты уверен, что хочешь забрать его вещи? Да, я хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. У меня ведь даже нет его фотографии. Хорошо, позвони мне, как соберешь все, и поедешь домой. Обязательно, любимая. Думаю, я здесь ненадолго. Я только заберу вещи и сразу домой. Не поддается. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. Надеюсь, полиция ничего не заметит. Кажется, все вещи собраны. Можно ехать домой. Черт. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Не поддается.
Интересно, почему отец наблюдал за этим человеком? Отец не мог просто оставить это на полу. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я смогу перекусить замок. Заклинило. Чёртова ворона. Обычно на чердаке живут голуби.
Нет пленки. Странно, в здании же никого не было. Спокойно. Это всего лишь разыгралось воображение.
Теперь понятно, почему отец не любил фотографироваться. Что-то преследовало его с самого детства. И на одной из фотографий я видел знакомую картину. Это какая-то шутка? Странно. Дверь была открыта, когда я пришел. Мне показалось, или что-то врезалось в окно? Ты уже собрал вещи? Да, но кто-то решил подшутить и запер входную дверь. Стой, а разве у тебя нет ключа? Нет. Когда профессор Яновский пригласил меня забрать вещи, он сказал, что дверь будет открыта. Что? Ты шутишь, да? Яновский умер 2 года назад. Алло? Алло? Вот черт. Тогда кто пригласил меня сюда? Что ты тут делаешь? Куда он пропал?
Кажется, я видел детские вещи отца на чердаке. Черт, сколько лет прошло, а мяч до сих пор не сдулся. Что за... Где я? Кажется, я узнаю это место. Вроде бы это квартира, в которой вырос мой отец, но... Как я сюда попал? Похоже, что сегодня 12 марта 57-го. Не поддается. Я не знаю комбинацию.
не поддается. Не поддается.